Городской театр заполнен, люди здесь любят КВН и с удовольствием посещают все игры. За кулисами КВНщики готовы и, как они сами говорят, заряжены. Здесь собрались команды с разных уголков страны. Оренбург представляет команда КВН «Армада». Надо его на референдум провести. В смысле, какой его на референдум? Она бы это часть России. Да ладно, а где русские тогда все? Ребята вышли на сцену и зажгли. И зажгли так, что вышли в полуфинал. Свои эмоции от хорошей игры участники команд не скрывают. И более того, с радостью делятся ими уже после выступления. Поиграли во многих лигах. На мой взгляд, ну и на взгляд всей команды, я думаю, эта лига самая такая теплая и сильная по составу, потому что очень подготовлена, серьезная команда приезжает. Все понравилось, очень теплый зал. Вот, в принципе, планы на будущее, наверное, как у всех команд, очень хотим попасть в телелигу, там, ну, премьер-лигу. Вот, надеемся оправдать ожидания нашего спонсора Андрея Анатольевича Аникеева, президента компании «Армада». Вот, ну и оправдать ожидания наших болельщиков, родителей, мам, пап. Оренбургских КВНщиков в Анапе заметили. Искрометные шутки особо отметил редактор Центральной Краснодарской лиги Михаил Гуликов. Пытаются искать все время что-то новое. Получается, не получается. Это будем судить уже по итогу. Пока все мне нравится. И, в общем-то, я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И, может быть, если удастся, не будем забегать вперед, загадывать на других телевизионных каналах, если это получится. В общем, мне нравится вообще в целом Краснодарская лига. 11 лет она уже существует, и очень много команд хороших именно здесь прошли школу, поэтому вот нужно просто впитывать, смотреть, и все получится. Александр Петренко, Михаил Карин, Георгий Брулуцкий. Новости дня.